Здоровьте все. Сегодня надо бы продолжить вот это вот все дело. Купил я запчасти недостающие. А именно вот этот переходник. Он называется с 32, нет, 40 на 20. То есть вот это вот сюда. И вот так вот она вваривается. То есть я уже вварил, проверил. Работает. Вот это, походу, зря купил. Потому что у меня таких труб нет. Ну, в общем, купил то. Надо сегодня пробовать коллектор сварить. Все, думаю, это здоровый получился. Можно было здесь сделать поменьше, тут поменьше. В общем, можно было сэкономить сантиметров, ну, 10 максимум. 10 сантиметров сэкономить, это вот так. Особой разницы бы не было. То есть, либо так, либо вот так. Но еще купил вот эти вот бабушки, это муфта. Соедините. Вот эти надо сейчас мне развернуть в ту сторону, потому что ну, направление другое. Тут с этой стороны находится, а должно быть с той. То есть вот сюда вот влезает. Сюда влезает. Если бы сделать меньше, не дай бог, что-нибудь из-за одной какой-нибудь косячной штучки, там пайки, весь коллектор бы уже не имел такого ну, однородного вида. Только сегодня закончил, не, вернее как, закончил сегодня часов, наверное, в 6 работы или в 7 приехал сюда в Карасук. Ой, в Карасук, в Ягодное. Не спал вчера до 4 часов утра, он или носится, работал. И в 9 меня вызвали, ну пытались 8 вызвать. Вон он, зайтетина, не видать. Пытались вызвать 8, вызвали только 9. Работал я. И все, что делал вчера, все пошло под смарку, потому что систему пришлось переустанавливать. Но это уже по работе, там заморочки. Тут воняет. Воняет кроликами, надо их выносить прочь. Но пока некуда. Пусть еще дети маленько поиграют. Вблизи, потом перенесем. Вот, короче, я нифига сегодня не делал. Но сейчас вот время уже. То есть я поел, я тут почту посмотрел. Я проконтролировал, как идет там ревизия. Именно на ревизию компьютер этот маленький собирал. Чуть попозже они начнут уже пытаться продавать. Может быть, успеют сегодня. Можно было бы стримануть, но не так долго, как вчера. Потому что особо тут сейчас делать нечего. Ну, только что потом примерять, прикладывать. Все это дело вот сюда, на стену. Жена уехала по причине того, что дома прохладно. А прохладно дома потому, что сегодня очень-очень высокая влажность. То есть, вот, вон кролики носятся. Вот он, вот, зайчик. Конец участка за 30 метров отсюда, туда. Далее. Не видно. Сейчас настолько такой сильный туман. Снег растаял частично. Лед опал внизу, ну вниз на озере. На речке лед почти сошел. Температура 0 и влажность очень высокая. Вот сейчас вот если видно, вот вечером ушла маленькая влажность, похолодало маленько, то вот этих домов видно не было. Еще вечером когда. То есть едешь вот в никуда, в туман. Я отсюда озеро не видел вообще. И получается, что дома влажность тоже. Ну, потому что все равно двери туда-сюда открываются, а из-за этого холод. А еще влажный воздух очень хорошо проводит звук. То есть я тут стою, думаю, почему так поезда гудят сильно? Думал, что случилось? Неужели у меня где-то птицы столько этого утеплителя выклювали? Нет, это просто так вот сильно. Ведь этот влажный воздух проводит звук хорошо. И получается, что как будто бы поезда гудят еще сильнее сюда. То есть прямо рядом с домом еду. Хотя вроде то же самое. Ветра нет вообще. Так я про что? Ну, можем стримануть, продолжая вот это все распайку. А дальше я потом буду уже у стены все это дело. Ну, прикладывать хотя бы, что ли. Доску искать, да это. Смотрите сами.